Блин, надо было скорпион брать на самом деле. Вы чё, блин? Кидаетесь так, ошалеть. Так же нельзя. И, кстати, опять упал же сюда. И опять минус 2 тут сразу же. Совпадение какое-то. Дежавю. Ладно, пока голограф возьму. Так, ну у нас, короче, в швейке чел, на линии где-то чел бегает. И справа. В принципе, все шарю, все про всех. Не должно возникнуть никаких проблем. Этот чел где-то бегает здесь. В принципе, могу его смоком, наверное, забайтить. Плохо стреляю. Отлично. Сейчас подпривыкну. Там какой-то раскид идет. Он откуда его, интересно, отсюда пушит? Ага, чел на крыше. Понял. Тогда мне лучше бэкнуть немножко. А я крышу не увижу же отсюда, да? Ой-ой, Мура, здорово. Доброго вечера. Был бы интересен, чем взять топ-1 с 1. С одним киллом? Да ё-моё, подожди. А такое интересно будет? Спасибо. Спасибо большое. Ого. Как хорошо по мне залетело. Так, ну тут узику, типа. Он зря УЗИК поменял, на самом деле. Мне кажется, ему не надо было УЗИК менять.
Да, вроде его не видел там нигде. И он может быть... Он кого-то убивает, но где-то в районе сотки. Ага, все видел, налево пошел. Значит, там кого-то убил. Ну и скорее всего будет возвращаться. Бежал как-то вдоль забора. На меня как раз посмотрел. Найс. Отлично. А какой самолет был? Ага. Да, давайте, наверное, на гору, да, поднимемся, постреляем. У меня что по патронам? 50. Ну туда надо, блин, патрон 100. Быстренько заеду, семерок лутану. Потому что, скорее всего, будем стрелять много. Одну броню обновлю. Так, мопед едет через меня, да? Должно быть самоубийца. Там еще тачка едет. А, тачка. Понятно. Окей. О, 8. Нифига ты попадалась. Подождите-ка. Так, чтобы он тоже не расслаблялся, похилился. Откину байт смог. Он типа шарит, как против снайпера играть. Но как будто бы умирает. Как будто бы тут вообще не в его пользу стреляться было. А мне надо с этим постреляться теперь. Лэйзи чек. Так, а у меня еще, кстати, тачки могут отсюда ехать, по идее. Я, наверное, даже... Подождите. Это тачка? О, я высоко взял. Опять высоко взял. Вот это, кстати, по мне с горы, скорее всего, шьют. Вот с задней вот как раз-таки. Нет? Вот глайдер тут есть. Блин, я как будто бы думал, что оттуда. Но походу нет. Ладно, мне надо Т3 типа залутать. А может, кстати, и оттуда. Только я его не вижу там. Но не остановится почекать, да? А, нет, остановился, ребят. Найс. Плюс фраг? Да. Да и зона как раз нормальная. Вот такое. Можно, можно поделать фраги на... Не знаю, на 700 плюс метров. Подождите, я... Не, не проехал. Я думал, я проехал.
Я думал, чел вышел. Жесть. Капец, тайминг, самолет поймал. На кондер еще врубить. Так, ну и тут этого типа должно быть видно, по идее. Он там шар раскрыл, капец. О, вот чел. Низко взял. И что, он вот так вот просто улетит? А куда? Вот тут? Опа. Он положил его, ошалеть. Нифига он по мне попадал нормально. Как будто бы хорош. Ну тут нужно угадать прям. Так, этот у меня на этой горе будет, да, играть? Типа под закрытие, что ли? На. Точно прям подошел. Блин, я ж его вижу, капец. Ну вот этого мне надо убить прям. Он, мне кажется, зря так сделал. Ну? Зону будет ждать, как падла. Ну и чё? А вот и всё, блин. Вот этого жалко не убили, да, типа? И он там где-то бежит сейчас, наверное. Да, вот он, уехал. А тут чё? О! Я на самом деле так в опене стою под них. Короче, мне, наверное... Ой. Лучше тоже поехать в зону. Блин, у меня патрон не так много. Тачка через меня едет, да? Автобус причем. Не, ну автобус-то я выбью по-любому. Типа он еще и в гору едет, чтобы вы понимали. Он не по дороге едет. То есть я выхожу, просто убиваю его. Так, и у него могут быть семерки, кстати, надо посмотреть. Зона четвертая. Слушайте, на самом деле мне бы подсвалить. Автобус укатился. Тачка здесь. А, нормально. Я забираю тачку свою и еду просто. По дороге. Наверное, куда-то... Даже не знаю. Посмотрим, куда припарканемся. Ну тому типу на горе прям вообще хорошо залетело. Он прям под тайминг пикнул. Под свою же голову, короче. Ну что, у меня чел тут не в зоне на самом деле.
Я могу и тут, наверное, даже стопнуть. Хотя я не знаю, что мне там. Если мне тачку сломают, то я тут и остаюсь. А, зона. Все. Не зря стопнул. Чел на ноге играл. Ну, зона прям... уныние какое-то. Тут какой-то пулемет играет. По факту я сюда не хочу. Наверное, я пока что прям вот здесь топну. Тут я остановлюсь. Так. Тут решетка. Угу. Давай, 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 давай. Да ну не. Жесть. Он, кстати, сейчас не услышал мою хаешку, если что. И сейчас вот эту не услышит хаешку. И вот эта должна быть победная. Вот представьте, просто я бегаю в доме, и чел просто высовывается, это ж капец. То есть ни звуков, ничего не было. Я бы услышал, наверняка. Но это выглядит как победный кемп какой-то. Плюс-минус. Мне нужно дождаться, пока у меня буз захилит на фул меня, чтобы, если что, не получить летальный хедшот с карик. Потом уже смело можно будет кого-то пораспикивать, с кем-то постреляться. Отлично. Ну, зона прям фул дерьмица. Если честно. Сейчас еще захожу, и в контейнере какой-нибудь чел сидит. Нет? Слава богу, блин. Так, тут чел есть. Там чел, это два. Еще трое где-то бегают. Мне кажется, они там где-то все. А, и сверху вот еще. У этого голову... ага. Так, этот с ямы играет чел. И вот тут у меня чел Т3. Это проблема для меня, потому что я играю с М-кой. М-ка в Т3 не убивает практически. Рано, наверное, я пошел сюда. Нужно с зоной двигаться. Теперь он с дома стреляет, да? Он убил его. Прихлопнул просто. Где вот тут вот чел? В белой футболке. Вижу его. Тут только что был. Так, ну и это хорошо. Я теперь знаю, где он. Он по опену пошел, ты серьезно? Это не он, кстати.
это не ластовый. А где ластовый? А какого хрена ты туда стреляешь? Зачем? Он по трупу стрелял, что ли, или еще? Но он умирает. Это факт. А, на сковородке. Здорово. Hello. Hello. У меня нет сковородки, мне надо залутать. Подожди. Сейчас будет битва. Сейчас будет битва. Интересно. О, все. Алло? Слышно? Да. Ага. Кидать нельзя. Каску снимай с броней. Ага, все. Давай, let's go. Хорош. Ой, хорошая катка получилась. Нормально. 19 фрагов настреляли. Ошалеть, между прочим. Не забывайте лайки ставить. Так, а что по урону? Ну, урон соответствует фрагам. Ни больше, ни меньше почти что.